Ильшат Гафуров и Ольга Васильева обсудили развитие Казанского университета. Встреча прошла в Москве в Министерстве образования и науки России. Темой обсуждения стало развитие фармацевтического кластера КФУ и возможность открытия в университете нового профильного опытного производства. На встрече университет также представляли проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин и директор научно-образовательного центра фармацевтики Юрий Штырлин. А в качестве представителя индустриального партнера КФУ на встрече присутствовал генеральный директор Изварина Фарма Орест Ибрагимов. Разговор один на один также состоялся с первым заместителем министра Валентиной Переверзевой. Адель Шамилова, Универньюз.